После митинга десантники отправились на прием к Ивану Имгрунту. Глава района вручил активистам десантного движения медали за службу в ВДВ и на Северном Кавказе. Еще один белореченец был удостоен награды имени первого командующего воздушно-десантными войсками СССР. Награждается орденом генерала Маргелова Пестриков Андрей Григорьевич. Грамоты и памятные подарки от главы района, а также значки парашютистов получили молодые ребята, которые во время десантирования в честь Дня ВДВ совершили свой первый в жизни прыжок с самолета. Было всего страшно, когда стоять возле двери, и сейчас вот надо уже прыгать, и тогда было страшно, а так только волнительно и все. Я пойду в армию, и желательно, конечно, бы ВДВ, и, скорее всего, останусь в армии, пойду в службу по контракту. Собравшиеся подняли тост за воздушный десант, элитный род войск в российской армии. За ваши годы службы, за ваши годы дружбы, за вас.